Незаконные ЛНР отказались от 15% повышения соцвыплат. Так называемые представители администрации главаря Плотницкого провели встречу с местными сепаратистами, главами оккупированных территорий, где сообщили, что денег нет не то что на повышение зарплат бюджетникам, а и вовсе на соцвыплаты. Об этом острову сообщил закрытый источник, передает Севдон.нет. В частности, на совещании сказали, что анонсированного 15% повышения для бюджетников не будет, а данную тему нужно тихо замять и больше не поднимать. Кроме того, будут проблемы с соцвыплатами и в следующем месяце. По словам источника, террористическое руководство незаконной ЛНР обратилось за помощью в Россию, но ответа не последовало. Поэтому так называемый председатель Совмина Цыпкалов посоветовал местным главам-самозванцам придумать способ отговорки местному населению в связи с задержками. Очередная порция заботы о людях со стороны боевиков.